Таких два варианта предложить могу. А поспокойнее вообще что-то есть? Поспокойнее, девушка, будете носить, когда уже замуж выйдете. Сейчас вам нужно менять свою личную жизнь. Смотрите, вот такой вариант. Это такая, вы будете хищница, такая кошечка. Мужчина вас уже понимает, что нужно брать за живой. Это более спокойный, правда? Это такая вы нежная конфетка, которую хочется облизать. Какая вы сегодня? Я такая же воздержусь от ваших вариантов. Такой берите не подходит. Две. Мужчины любят нескучных девушек. Берите две.